Еще есть одна просьба к тебе, Дэймон. Насколько ты здорово рисуешь? Вообще хорошо рисуешь. Ну, я так, знаете, у меня такой детский стиль немного. Видите, всех артистов, которые там приходили, посвятили время нашему полотну. У нас есть все, что тебе нужно здесь. Я постараюсь поближе микрофон держать к твоему лицу. Я, честно... Честно, небольшой выбор у вас цветов, скажу вам. Но все, что есть. Little Dragon, видите, они буквально пол стены у нас заняли. Это вот все голубое наверху, это все Little Dragon. Так, где бы... Что же нас ждет? Точно это не первая буква слова «Gorillaz», точно не «G». Я вижу зеленый круг. Почти совершенен этот круг. Бог ты мой. Мы являемся свидетелями чего-то совершенно невероятного здесь. Интригует. Is it a falling star? Or it's oh, oh my god, I see похоже the face на падающую now. Звезду. Кажется, wow. Я вижу лицо здесь. Help me, my imagination. Help me. Боже мой, так, мне нужно действительно приложить воображение. А, ну ты как идеальный художник, как бы апроприируешь работу других художников. Это такая коллаборация получается. Теперь уже коллаборация с Софи Такер, я вижу. Wow. Yeah, I like it. Actually, it was easy. These legs, this is... А просто, это же ножки, это ручки, я вижу. Спасибо, Дэймон. Отлично. Спасибо тебе большое. Отличного выступления, отличной вечеринки после. Спасибо.